такой погоде мы приехали на фидерную рыбалку. Буквально 2 дня назад льда еще не было. А сейчас погода внесла свои корректировки, и под нами уже 5 сантиметров льда. Немножко дальше от кромки, которую вы видите справа, лед 3 сантиметра. Безусловно, фидерная рыбалка отменяется. Сейчас мы поедем на другое место. Наверное, я надеюсь, оно перспективное, и рыба там будет. Посмотрим через 5 минут. Здравствуйте, друзья! С вами программа «По простому о сложном». Маленький легкий тизер вводный в эту программу вы посмотрите или уже посмотрели. Скажем так, первая локация, на которую мы приехали с нашим сегодняшним гостем, уже давно покрылась льдом, ну, вернее, как давно. 3 дня назад лед там еще не стоял. Сегодня, когда мы приехали, лед уже толщиной в 5 сантиметров, а на расстоянии от берега в районе 5 метров лед составляет уже 3 сантиметра. Мы не сдаемся, мы поменяли локацию, нашли открытую воду, но о месте, в котором мы сейчас находимся, мы абсолютно ничего не знаем. Но это делает нашу программу еще интереснее. Сегодня у нас в гостях Михаил Бахтанович. Миш, здравствуй. Здравствуйте. С Мишей мы познакомились на Кубке Дружбы Народов, проходившем в Заславле, в Белоруссии, где он выступил тренером нашей команды, команды Интерком, команды, которая заняла 3-е призовое место. Напомню, что Алексей Пугач занял в личном зачете 1-е место. С чего же мы начнем сегодня? Расскажи нам вкратце, ну, о месте мы уже сказали, что мы ничего абсолютно не знаем. Расскажи вкратце, как ты построишь сегодняшнюю рыбалку? Как уже сказал мой коллега Максим, сегодня место у нас очень непонятное. Мы уже разобрались и сейчас будем приступать к замесу прикормки. Сегодня уже 5 декабря, мы выехали на экстремальный фидер. Ну и думаю, приступим к замесу прикормки. Мы будем работать с прикормкой G-Stream серии премиум, разработанной моим другом и напарником. Будем работать с 2 видами, это спорт и фидер. Будем замешивать 2 спорта и половину фидера. Поскольку сейчас зима, как я уже раньше сказал, мы отсеем с фидера крупную фракцию. И таким образом сделаем мелкофракционную прикормку. Думаем, которая понравится рыбе в сегодняшний день. Ну. Скажи, у нас, подрезюмировать хотел, у нас на дворе 5 декабря. Температура воздуха 8,5 градусов. Большинство водоемов, особенно некрупных, уже покрылись льдом. Как отражается это на рыбе и чем отличается сегодняшняя прикормка, которую ты собрался готовить, от прикормки, которую ты бы приготовил, к примеру, в сентябре месяце или октябре месяце при температурах плюс 4, плюс 10, ну, возможно, плюс 15. Есть ли какие-то кардинальные новшества или изменения? Сегодня мы будем работать по стандартной схеме для холодной воды. Мы сделаем мелкофракционную прикормку и малокалорийную. А чем закончится, посмотрим потом. Хорошо, крупную фракцию ты уберешь с помощью сита, правильно? Да. Я тебя понимаю? Да. Поехали. Пока Миша открывает прикормку, я скажу пару слов о G-Stream. Прикормка такого темного цвета, ближе к черному, но не глубокого черного цвета, с запахом кориандра, да? Ну, серия Sport – это запах кориандра, который, ну, имеет послевкусие, после замеса с его с водой, он набирает такой, как кориандр с карамелью, вот такой аромат. А серия Feeder, прикормка Feeder, это больше как относится к корице. Ну, очень имеет сильный ароматизатор, поэтому мы его добавим полпачки. Полпачки. То есть у нас сегодня карамель, кориандр, корица. Да. Интересно. На 2 килограмма темной прикормки мы используем 0,5 килограмма светлой прикормки. А на средней фракции, но крупную среднюю фракцию мы убираем ситом. Сито 2 мм. Мы это все отсеяли, ну и теперь его нужно тщательно перемешать в однородную массу. Ты шуруповертом не пользуешься, да?
Шуруповертом мы пользуемся в основном, когда мы ездим на соревнования, когда очень много корма. Ну, я предпочитаю мешать руками, поскольку, как говорится, вкладываю душу в прикормку. И теплоту собственных рук. Все, перемешали мы нашу прикормку, теперь приступим к ее увлажнению. Так, скажи мне такой вопрос. Перед тем, как ты приступишь к увлажнению, вот есть несколько программ о зимнем фидере, которые я посмотрел перед нашим сегодняшним выездом. Ребята в этих фильмах прикормку подготавливают дома. Почему ты не подготовил ее дома и почему мы будем готовить ее сейчас на водоеме? Не боишься замерзнуть? Прикормку действительно готовят в такое время дома, поскольку прикормке нужно набухнуть, ей нужна теплота, чтобы она поднялась, и все компоненты, которые есть в прикормке, набрали воду. Ну, сегодня мы решили показать вам в очередной раз, как это делается правильно, ну, идя на риск. И поэтому, ну, как бы у нас есть тоже маленький нюанс. Мы замешаем прикормку, вода у нас постояла в теплой машине, и прикормку после замеса мы также поставим в машину, чтобы примерно хотя бы было то же самое, что есть у нас всегда. Я помогу тебе, проассистирую. Пересыпаем вода в большое ведро для удобности замеса. Еще раз перемешиваем. Ну, и начинаем добавлять воду, многие добавляют с пульверизатора, но мы будем добавлять с мерной емкости, ну, буквально по чуть-чуть. Вот так. Скажи, сколько заходов ты будешь увлажнять прикормку? Мы будем увлажнять ее, сразу вольем две мерных емкости. Мерная емкость у тебя сколько? Мерная емкость 1/2. 1/2 литра, да? Мы зальем две мерных емкости, это все перемешаем, дадим буквально пару минут постоять, потом добавим еще одну и также дадим постоять. А в дальнейшем будем смотреть по ее уже увлажнению и состоянию. Ну, настоять мы будем в теплой машине. Дополнительные ароматизаторы на спиртовые, допустим, или порошковые добавлять мы сегодня будем? Сегодня мы добавлять будем только на насадку в виде спрея, поскольку вода холодная, мы не понимаем, что здесь в водоеме нужно. И на мой взгляд, в данный момент оно будет отпугивать рыбу. То есть мы стараемся сделать прикормку менее запахообразующую, да? Да. В таких случаях еще можно добавить землю. Ну, мы пока попробуем половить чистым кормом с добавлением мотыля, а в дальнейшем будем уже регулировать рыбалку. Добавлять кормового мотыля мы будем сразу или какими-то порциями кормового маленькими? Кормового мы не будем добавлять. У нас кормового сегодня вообще не будет? Мы сегодня готовились на леща, и у нас есть насадочного, много мотыля. Много насадочного, мелкий, да? Ну, как бы насадочный, порежем, но он мелкого размера, ну, да? Ну, да. То есть, опять же скажу, что на предыдущем месте мы знали, что там будет лещ. У нас была информация, мы были 3 дня назад на рыбалке, где неплохо отловились по лещу. И как бы планировали идти на леща, поэтому кормового мотыля у нас нет. И в принципе это еще подогревает ситуацию. У нас есть только насадочный мотыль, который мы будем добавлять порциями в прикормку. Прикормка первый раз прошла увлажнение. Для того, чтобы она не подмерзала, вода хорошо впиталась в прикормку, мы прикормку занесем в теплую машину, дадим ей постоять 5-10 минут. Пока перейдем к платформе, начнем наше приготовление по сбору снастей и вернемся к прикормке через пару минут. Ну вот, прошло уже время, наша прикормочка настоялась. Где-то 10-15 минут, да, прошло? Ну, примерно. Нам не хотелось, конечно, выходить с той теплой машины, в которой мы были вместе с этой прикормкой, но нам пришлось ради вас. Поэтому сейчас добавим еще воды, до конца ее увлажним, просеем через сито. Еще раз просеем через сито. 2-миллиметровая. Потому что, когда мешаешь руками, образовываются комки, которые нужно просеять в однородную массу. Увлажняем. Сейчас, подожди, я покажу зрителям, в каком она сейчас состоянии. Вот такого цвета у нас прикормка получилась. То есть бурого цвета, достаточно светлая средней вязкости.
ну, такая практически песочная, чувствуется бисквит, чувствуется уже ароматика прикормки. Пока еще полностью ароматику свою прикормка не набрала, но после второго увлажнения уже приобретет свой окончательный запах. То есть напитается водой, и ароматика поднимется уже на пик своей формы, так сказать. Ну что, приступаем еще да, ко второму увлажнению. Да? Еще добавляем, сколько, 0,5, да? Да, 0,5. 0,5. То есть итого мы сегодня увлажнили два раза. Первый раз 500 мг воды, пол-литра воды, так сказать. И второе увлажнение у нас тоже пол-литра воды. Ну, меньше будет. Меньше, да? То есть, соответственно, на 2,5 кг прикормки мы используем литр воды. Меньше. Меньше, да? Да. Сколько приблизительно? Ну, думаю, где-то, ну, 700 миллилитров. 700 миллилитров. Ну, не доливаем до краев. Да, конечно, мы не берем полностью, но... 700 миллилитров. 500-700 достаточно. Уже чувствуется запах. Ну вот, имеем мы уже окончательную форму. Наша прикормка уже готова, имеет вязкость, нужную нам для сегодняшней рыбалки. Будем ее просеивать. Давай я буду ассистировать. Сегодня стараюсь быть максимально полезным. Это крупная фракция остается, это кукуруза, да? Да, это кусочки остатки кукурузы, да? Кукуруза, орех. И последнее, что у нас осталось. Напомню, что сегодня у нас прикормки 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. 700 миллиграмм воды, мешали мы две темных, два спорта, один фидер, J-стримовскую. Ну и, в принципе, на этом приготовление прикормки закончено. Еще раз, дополнительных ароматизаторов мы не используем. Все, на этом наша прикормка готова, мы будем переходить на место ловли. Что еще хотелось бы сказать? Ну, а по живым компонентам, которые мы будем использовать сегодня, мы поговорим немножко позже. Переходим на место, да, начнем пример глубины и выбору точки ловли. Переходим. Мы уже расположились на берегу, заняли свое рыболовное место, обустроили его. Я, как всегда, присоседился с правой стороны, чтобы не мешать нашему сегодняшнему участнику. И, как всегда, начинаем мы с примера глубины. Расскажи, что ты ожидаешь от нашего сегодняшнего места и ориентировочное расстояние до противоположного берега? Сколько метров у нас составляет? Ну, на эти вопросы я смогу ответить через несколько минут, когда мы начнем уже сам промер. Ну, в данный момент у нас наблюдается картина стоящего прямо перед нами дерева. Я думаю, что мы будем ловить около него. Под противоположным берегом, да? Под противоположным берегом. Использовать мы будем сегодня удочки кастингом до 80 грамм, 3,9 и 3,6. Начнем промер. Скажи, мы сегодня монофильная леска у нас или что? Да, у нас сегодня монофильная будем леска. Использовать монофильную леску, поскольку сейчас зима, мы уже видим, мы сделали пару забросов, и мы уже видим обмерзание на леске. Если бы был бы шнур, он бы просто резал бы кольца. До противоположного берега какое у нас расстояние? Сейчас посмотрим. Итак? 44 оборота. Это до перспективного места, которое было выявлено при первом промере. Но мы сейчас будем смотреть еще раз и конкретно уже убеждаться. У тебя 5-тысячная катушка? 4-тысячная катушка. 4-тысячная. То есть это где-то 72 сантиметра за оборот, да? Ну, у меня 82 получается. А, 82? Да. 82 сантиметра, 44 оборота катушки. Это практически под берегом с противоположной стороны. То есть мы сделали несколько забросов. Расстояние до противоположного берега небольшое. Немножко про дно. Расскажи нам про дно, которое... Вот что из себя представляет дно? По дну могу сказать, что на протяжении всего
Все дистанции до противоположного берега мы ощущаем очень большой слой мула. Так. Ну, вот мы нашли одну точку, где есть какая-то ракушка. И, скорее всего, что на этом месте мы будем останавливаться. То есть я вижу по кончику квивера, как он отбивает, да? Да. Приблизительно на каком расстоянии он от противоположного берега? От противоположного берега это в районе 12 метров где-то, 12-15. Какой навес у тебя грузило, навеска? Грузило идет у меня 60 грамм. Ну, для этих условий оно очень тяжелое. Очень тяжелое. Да. 60 грамм мы тоже брали для дальних забросов. Конечно. Готовились на одни условия, но будем пробовать. Еще вопрос. Вот там, где ракушняк, дрессена или ракушняк рассыпанный, это подъем, свал или это просто вот мул, потом какая-то твердый песочек идет? Что это из себя представляет? Здесь, судя по промеру, идет небольшой подъемчик, который очень практически даже, я бы сказал, незаметный, но есть. И сверху этого подъемчика есть немножко ракушки. Поэтому это перспективное место. Как раз на пике этого подъема, да? Да. Скажи вопрос, на свале, на, вот ты говоришь свал и подъем, на свале какая глубина у нас сейчас? На свале у нас глубина, в самой яме у нас глубина 2 метра. На подъеме у нас она поднимается где-то в районе 1,5 метра. То есть и уже ближе к берегу идет просто уже мель. Мель, метр, да? Да, около метра глубина и все. То есть самое перспективное, самое глубокое место в данный момент на этом водоеме – это 2 метра. То есть пока самое комфортное – то, которое находится перед нами. Перед нами, да? Да. То есть слева-справа, пока мы еще не пробовали. Вот сейчас пошли промерять глубину, немножко правее от нас. То есть веер, скажем так, когда мы находимся, так же, как и на карповой рыбалке, делаются веером забросы для того, чтобы понять и охарактеризовать дно. Сделать, так скажем так, заняться картографией и составить себе какое-то представление о водоемом в целом. Посмотреть, где аномальные перепады глубин, где бровки, где может быть какой-то ракушняк. Все это нам позволит охарактеризовать водоем, понять картину в целом и выбрать правильное место, потому что выбрать правильное место – это 70-80% успеха. А в совокупности с прикормкой, с рецептурой приготовления прикормки, с ее увлажнением и с правильно подобранными ингредиентами и снастями, это даст положительный результат. Только так в совокупности можно достичь хороших результатов на рыбалке. На рыбалке мелочей не бывает. Особенно если это декабрь, 8 градусов мороза, условия очень сложные, мерзнет все, нужно обязательно одеваться теплее и получать удовольствие от рыбалки. Главное не мерзнуть. Оставайтесь с нами. Программа «По простому о сложном». Какой монтаж ты будешь использовать сегодня? Давай поговорим об этом. Сегодня мы будем использовать монтаж inline, который нам привезли наши лучшие спортсмены Украины с чемпионата мира этого года в Ирландии, да, который проходил. Это вот такая вот скользящая оснастка, которая является безопасной для рыбы. То есть если уже обрывается оснастка, рыба спокойно себе уходит гулять с поводком. В него входит такой скользящий кембрик, потом отвод из лески, карабинчик, на который мы цепим кормушку. Здесь мы вставляем еще две бусинки. Ну, я вставляю две бусинки, ребята вставляют по одной. Вяжем петлю. Ну и в данном случае у меня здесь стоит резина. Бусинки выполняют роль стопора, да? Ну, как будто бы стопор. Только он тоже получается скользящий, то есть не будет рыбе мешать, если что, при обрыве снасти. Здесь мы видим резину, которая в случае крупной рыбы будет амортизировать нам ее рывки, поскольку сегодня холодная вода, сегодня зима, и рыба более будет осторожная, и в такое время, как зимой со льда, ловят на очень тонкие лески. Поэтому сегодня мы будем использовать лески 007-008. Поводки, да? Да, поводки. Поводки 007-008, штекерная резина, это штекерная резина, да? Да? Компании? Мавр.
Штекерная резина компании Mavor. Диаметр основной лески у тебя какой? Диаметр основной лески у нас 0,2. 0,2. Диаметр 0,2. И поводки будут 0,7-0,6, да? Ну, 0,6, 0,7, 0,8. И посмотрим уже по ситуации. Может быть, будем ставить 0,1. Я понял. Скажи, я вот сижу сейчас не зря с этой коробкой зеленой. Друзья, вам покажу набор кормушек. Чего здесь только нет. И навески, и разнообразные формы. Закрытые кормушки. Открытые Feeder Sport, да, компании кормушки. Да. Вот мы видим Александр, да, Александра Пугача. Есть металлические кормушки. Ну, скажем так, подведем итог. Кормушки различной степени закрытости, открытости и абсолютно разные навески. Давай, что мы будем использовать сегодня? Какую кормушку, какой формы, открытую, закрытую и почему именно ее? Сегодня мы попробуем ловить, поскольку рыба малоактивна и очень пуглива в холодное время года. Мы будем ловить маленькими кормушками, на примере Fox 56 грамм закрытого вида. Потом мы будем использовать Feeder Sport, точно так же закрытого вида, поскольку хотим посмотреть, что есть за рыба, и сначала не будем пылить, а потом можем поставить открытую сетку. И также мы будем сегодня использовать кормушки, которые в этом году на Кубке Дружбы. Со мной поделился Сергей Полищук, очень хороший наш друг и, можно так сказать, одноклубник, с которым мы выступали в Беларуси несколько раз. Вот такими вот кормушками, скорее всего, собственного приготовления. То есть они есть маленькие. Давайте я покажу. Собственного производства. Вот такая вот вообще миниатюрная кормушка открытого типа. Навеска кормушки 30 грамм. Она открытого типа. Да, еще хочу сделать ремарку. Почему и кормушки именно закрытого типа? Для того, чтобы избежать такого эффекта, как лифтинг. Что такое лифтинг? Лифтинг – это когда прикормка пылит в толще воды, размазывая точку и заставляя рыбу подолгу искать именно четкое кормовое пятно и, скажем так, не способствует ее жесткому концентрированию на точке. Да? Убрать пылящий эффект, размазывание точки. Для того, чтобы прикормка ложилась четко на дно, лежала четко на дне четким кормовым пятном и не пылила в ярусе. Именно для этого используем закрытые кормушки, кормушки закрытого типа. Навеска кормушки у нас сейчас 56 грамм. Скажи, после того, как мы забиваем корм в эту кормушку, сколько она приблизительно весом становится? Ну, плюс-минус получается где-то около 70 грамм. 70 грамм. То есть по 14 грамм корма мы добавляем сейчас. Делаем начальный стартовый закорм. Два кормака для того, чтобы подойти к точке очень аккуратно. Не перекормить рыбу, не дать ей наесться и не реагировать на наши компоненты уже живые, которые мы будем давать, чтобы рыба была в таком полуголодном состоянии, для того, чтобы у нее только разыгрался аппетит. Вот, отставляем ящик с кормушками в сторону. Я, наверное, одену шапку, потому что уши начинают мерзнуть, достаточно холодно, а сидеть на одном месте еще холоднее, в отличие от нашего сегодняшнего гостя. Я двигаюсь минимально, скажем так, создавая минимум помех, и буду ему продолжать ассистировать. Скажи, два закормочных заброса мы делаем? Да, мы сделаем две кормушки, а потом будем смотреть по ситуации уже. Смотреть по ситуации. Две закормочных кормушки, ждем 5 минут, ну, или делаем сразу же заброс? Посмотрим, как получится. Если будет поклевка сразу, тогда ну, мы сделаем два закормочных сразу, потом забросим в районе 2-3 минут, мы посмотрим, что там есть. Если ничего не будет, то будем смотреть, что делать дальше. Либо будем еще пробовать ловить, либо будем делать докорм, добавлять мотыль. Будем что-то пробовать, чтобы получить поклевку рыбы. Размер крючков, которые мы сегодня используем? Сегодня мы будем, так как мы используем лески 007-008, мы будем сегодня ловить крючками Mavor Katana. Я конкретно пользуюсь серией 1090-1040, поскольку они мне больше всего нравятся. Это ты имеешь в виду модель формы, да? Да, это модель формы. И сам номер крючка, это будет 18-й, 20-й. То есть с минимальными размерами крючков, я вам скажу, что 18-й, 20-й номер, это уже не то чтобы спортивные размеры, а суперспортивные размеры. Зачастую, проходя по набережным Киева, ты видишь, ну, размеры крючков, если ты находишь 12-й номер крючка, это уже хорошо, это уже человек, который
как бы идет на какие-то якобы в кавычках, скажем так, риски. Но, ну, 14-й, 16-й, тем более 20-й на набережных Киева вы не увидите. Скажи, на, ну, можно же ловить и на 20-й, и на 16-й крючок, и леща можно вытащить? Ну, конечно, можно вытащить, ну, благодаря удочке, благодаря фрикциону, настроенному конкретно под какую-то рыбу. Ну, ребят, я понимаю, которые ловят на такие крючки. Мы приезжаем ловить рыбу, пытаться получить какой-то опыт соревнований, там, с тренировок для соревнований. А ребята приезжают чисто за бонусами для получения адреналина в вытаскивании рыбы. Поэтому используют такие крючки. Они не заинтересованы ловить мелочь, а мы нарабатываем скорость. Леша Поч на дружбе показал, что такое украинская скорость, так что все должны стремиться. Да, я хочу напомнить, что у него на верховодке какой результат? 4200 у него был, ну, да? 4200, более практически под 300 рыб он поймал, да? Да, 302. 302 рыбы, 302 уклейки, общим весом 4200, что позволило ему занять первое место в своем секторе и, скажем так, первое место в личном зачете на соревнованиях вообще. На лещевом водоеме. На лещевом водоеме, да. И, скажем так, его заточенность под мелкую рыбу сыграла с ним хорошую шутку, а не плохую шутку. И несмотря на то, что в соседних секторах ловился очень достаточно крупный лещ, до полутора килограмма, мы были тому свидетелями, он не переключился на крупную рыбу, ловил уклейку, и как бы результат налицо, первое место в личном зачете на достаточно серьезных соревнованиях, скажем, очень высокого уровня, где собрались лучшие спортсмены со стран СНГ. Я надеюсь, что такие же соревнования или подобного класса, а я уверен, что даже и лучше, будут проводиться у нас в Украине. Мы для этого постараемся сделать все, что от нас зависит. Хорошо, закорм мы сделали, поводок мы уже установили. Еще нет? Да. Тогда устанавливаем поводок, покажи свою поводочницу, покажем, что сейчас такое именно та модель и форма крючков, о которых ты нам сейчас говорил, покажем, что из себя представляют крючки 18 номера, и вопрос следующего характера, с какого размера поводка ты будешь начинать? Длина поводка это будет, думаю, начнем с 1,20 м, а там уже будем смотреть, ну, скорее всего, думаю, что будем уменьшать. Два стартовых заброса закормочных мы уже сделали. У меня вопрос по еще один момент по оснастке. Бытует два мнения, особенно по длине паттерностера, когда мы используем паттерностер. Объясню смысл моего вопроса. То есть, можно твою кормушку? В чем заключается вопрос? Вопрос заключается в том, что если, допустим, мы используем паттерностер, да, то длина паттерностера должна быть, скажем так, два мнения. Для того, чтобы не запутывался поводок, одни говорят, что длина паттерностера должна быть на середину кормушки. Еще одно мнение существует, которое как бы, ну, описано в фильмах и рассказано в некоторых из передач. Правда, передачам этим на не 2012 года, скажем так, более зрелые, что ли. Вот. О том, что длина паттерностера, кончика петли, в которой будет крепиться поводок, должна находиться где-то ниже кормака на 2-3 сантиметра. Тоже якобы для того, чтобы поводок не запутывался об кормушку. Твое мнение? Ну, я уже вижу, что у тебя снасть сделана так, что стопики стоят так, что кончик фидергама находится на верхушке катушки. То есть это еще получается третий монтаж. Какой монтаж изначально правильный? То есть какой длина должна быть паттерностера, чтобы не запутывался поводок? Сейчас мы имеем просто оснастку инлайн, и поэтому мы по-другому сделать не можем. И оно, получается, у нас запутываться не будет ни в каком случае из-за вот этой вот вставки дополнительной. Ставки жесткости. А по паттерностеру, ну, как бы, я вяжу паттерностер, когда крепление поводку, и, точнее, самого фидергама и основной лески идет на середине кормушки. То есть тоже на середине кормушки? Да, да? Конечно. Ну, многие делают так, потому что это зависит от самого человека и удилища, который как забрасывает. Есть люди, которые забрасывают плавно, есть, которые резко, и поэтому каждый под себя уже подстраивает и делает какие-то выводы. Ну, я вяжу на середине кормушки. То есть, в принципе, есть два мнения, да, одно мнение более, как бы,
отложенной давности 2012 года в фильме, буквально на днях я пересматривал еще раз фильмы про зимний фидер, вот, там длина патерностера была, скажем так, равнялась длине на 2 сантиметра немножко ниже кормушки. Мы смотрим, что последние тенденции, особенно спортивные, как бы узловой элемент соединения патерностера с поводком должен находиться посередине кормака. Ну и давай посмотрим твою поводочницу на размер крючков, на ее форму. И покажем нашим зрителям этот размер. Я имею классную такую поводочницу, которую выпускает компания Интерком. Напомню, она единственная у меня, подаренная мне Сергеем Анатольевичем Вирченко, за что ему огромная благодарность. Ну и покажем вам свою поводочницу. Поводочница довольно-таки простая. У меня здесь находятся крючки. Так, по длине она 1,20 м. Если делать так, то получается 1,10 м. Есть у меня здесь также маворовская резина, которая уже связана заранее. И также заранее связаны поводки, конкретно подписаны уже по нумерации крючков, фирмы, которые выпускают эти крючки. И также леска, точно так же диаметр лески и сама компания. Давайте покажем нашему зрителю, как выглядит из себя поводочница. Вот мы можем видеть, общая длина 1,20 м, вторая планка 1,10 м, отдельно можно вот привязан фидерная резина, это штекерная резина в данном случае. Скажи, вот я вот напираюсь на то, что практически все спортсмены используют именно штекерную резину, а не фидерную. Это из-за того, что она более мягкая, да? Да, конечно. Ну, смотря для какой рыбалки. То есть, если у вас большая бонусная крупная трофейная рыба, тогда лучше использовать фидергам как можно жестче. Ну, когда рыбалка там доходит до рыбы там до 300 грамм, в принципе, все используют мауровскую резину. Кто использует разных фирм, я использую мауровскую. Я понял. Ну что, переходим. Начнем мы с длины поводка 1,20 м. Да. Да. И будем уже смотреть по поклевкам. Ну все, там уже крючок есть. Все, перезабрасываем. С таким мелким номером крючка, что мы будем использовать сегодня в качестве наживки? В качестве наживки у нас есть рыба. Есть рыба? Замечательно. Пока мы говорили, мы сделали заброс. Мы сделали заброс, и у нас уже есть первый улов. И это карась. И это карась. Наш первый улов. Я сейчас обязательно его сниму на телефон и без промедлений выложу в Фейсбуке на своей странице, на странице телеканала «Трофей». Заходите, кстати, регистрируйтесь, будете в курсе самых последних новостей о поездках съемочной группы. Получите кое-какую информацию заранее. До выхода программы. Комментируйте, пишите нам, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А я начинаю ее фотографировать. При ближнем рассмотрении рыбы мы уже ее проанализировали. Это маленький карпик. Маленький карпик, друзья. То есть приехали на незнакомое место. Сегодня 5 декабря, минус 8,5 градусов, и всем карпятникам хочется передать привет, потому что, ну, как бы ситуация налицо. Это, ну, больше авантюры не придумаешь. Скажи, на что он клюнул и вообще, прокомментируй ситуацию. Ну, сделали мы два стартовых закорма с насадочным мантелем, как мы уже ранее упоминали, и на насадку поставили два мотылика. Два мотылика. И получили поклевку. И получили поклевку. Ну что, поехали дальше, тогда не будем останавливаться на наших успехах. Я надеюсь, я уверен, что всегда таки получается, когда ничего не спланировал. А вот так вот спонтанные такие выезды, они всегда приносят какие-то интересные результаты. В любом случае, это надо проанализировать. И вторая, третья рыба, если сохранится стабильность, позволит нам сделать уже какие-то определенные выводы. Хотя делать выводы, поехав 5 декабря на водоем в минус 8,5 градусов, походив по льду, сегодня было много, и ходили по льду, и думали, что делать, нашли открытую воду. Очень-очень много интересной информации, очень много интересной информации, она вся практически новая, абсолютно новая. Очередной заброс, дистанция у нас 28 метров, да, на глубину 1,5 метра, ну и ожидаем поклевки.
Поклевка первой рыбы произошла буквально мгновенно. Как только мы поставили поводок, сделали заброс, хотели проверить глубину, и уже там была рыба. То есть, скажем так, в момент обсуждения поводков у нас уже произошла поклевка. Как вообще твои эмоции, как твое состояние сейчас после первого пойманного трофея? Эмоции переполняют, поскольку надежды... Была надежда поймать рыбу в такое время года, а конкретно декабрь, при минус 8 градусах температуры, но... Но была надежда, но... О, это у нас что? Это у нас поклевки? Пока нет. Мы сейчас все сохраняем так, как есть. Да. Ничего не меняем. Пока нет. Нам усилили течение. А, как оно отображается? Грубо говоря, у нас есть тот стол, на котором мы ловим, да, то есть на котором базируется наше кормовое пятно. Скажем, оно диаметром где-то. Сколько пятно диаметром у нас? Ну, в районе 2-3 метров. Площадка 2-3 метров. То есть, что делает Миша? Он бросает в начало пятна, и потом прямо видно по квиверу, что кормушку катит, 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 и подкатывает ее к правой границе кормового пятна, вот к правой границе площадки, на которой кормушка упирается в мул и уже там застревает, ну как бы не застревает, а останавливается, цепарится. Грубо говоря, ну вот пока вот такая вот ситуация, мы продолжаем ловить на двух мотылей. Мотыля насадочного мы добавляем тоже там по какой-то щепоточке в кормак и пока сохраняем всю ту же тенденцию. Единственное, что мы ставим больше кормушку, поскольку когда мы мерились, течение было очень маленьким, сейчас как-то оно начало усиливаться, и мы ставим кормушку 70 грамм. Скажи, вот усиление течения заставляет рыбу больше двигаться, соответственно, больше кушать, больше метаболизм рыбы усиливается и может ее как-то провоцировать на более оживленные поклевки? Ну, я думаю, что да, и сейчас мы это увидим. Сейчас мы это увидим. Хотим удвоиться, как минимум. Рыбалка была многообещающей в начале, сейчас она усложнилась, дали воду, сильное течение, 98 грамм кормушку сносит практически на глазах, то есть грубо говоря, что происходит. Забрасываем в крайнюю левую часть нашего кормового пятна, и кормак буквально там за минуту-полторы сносит в крайнюю правую, где он упирается в мул. Скажи, значит, перечисли то, что мы делали вот в эту паузу, которая у нас была, и наш дальнейший план действий. Мы быстро поймали рыбу. Очень этому обрадовались, но в итоге не было в течение 10 забросов, мы не получили ни одной поклевки, ни одного тычка, то есть ну, насадку доставали полностью целую, никакого понимания, что там есть рыба, у нас не было. Мы начали играться с насадками, мы поменяли диаметр поводка, мы поставили совсем тонкий 0,06 на всякий случай проверить, есть ли там что-то. Ну, потому что утончение поводка могло спровоцировать поклевку. Но потом мы дали воду, очень сильную струю воды, непонятно почему она такая сильная. Мы начинали ловить с кормушками 56 грамм, и сейчас мы поставили 70 грамм кормушку Фидерспорт, и в данный момент мы уже ловим на кормушку 98 грамм, которая тоже не останавливается, то есть ее просто сносит. В дальнейшем, что мы будем делать? Мы попробуем сейчас еще утяжелить кормушку для того, чтобы оставить немножко корма еще на точке. А потом, я думаю, мы попробуем проверить точку грузиком. Грузик не такая плотность у него с водой, поэтому он должен упасть, и там плюс-минус он какой-то метр будет катиться, и все. И таким образом он останется на точке. Посмотрим, что есть там, потому что в данный момент наша кормушка улетает ну, порядка 10-15 метров вправо и просто застрет в муле. Итак, мы меняем кормушку на 120 грамм. Надеемся, что кормушка останется на месте. И посмотрим, что будет происходить в течение 5 минут. По поводу наживки. Два мотылька оставляем, да? Ну да, мы пробовали 1, 2, 3 мотылька, ну ничего. И поэтому, думаю, сейчас поставим один мотылек, попробуем. Ну просто тут еще
один нюанс появился с тем, как дали воду, начало нести очень много мусора, и условия ловли очень усложняются, потому что на крючке и на самой леске очень много мусора, травы всякой, и даже на крючок цепляется просто листья травы, которые не дают. Даже если там рыба есть, либо была бы она там, то получается, что грязь закрывает крючок саму насадку. Хорошо, все, приступим к замене кормушки. Так. И что здесь у нас? Слушай, опять? Карпик. И снова карпик. Друзья, и снова карпик, практически такого же одинакового размера. Ну, немножко, наверное, еще поменьше. Я, конечно, сказал, что там 100 грамм, но 100 грамм там не будет. Миш, слушай, какой на веске эта рыба? Ну, я думаю, грамм 50-60. Ну, 50-60, но я был где-то близко. То есть предыдущая где-то 80 грамм, и это грамм 50-60. Ну, и прокомментирую ситуацию. Мы поставили более крупную кормушку. Так, чтобы не катило. Да, чтобы не катило. И получается, наша насадка осталась на нашем кормовом пятне. Насадка у нас оказалась такая же самая. Это было два мотыля. И мы получили поклевку. Скажи, ты видел эту поклевку? Или из-за того, что траву постоянно несет, поклевка как бы сглаживается и очень сложно заметить? Была поклевка, но был просто тычок один, потом тычок второй. И решил просто поднять. И оказалось, что при поднятии у нас клюнула рыба. Я понял, еще вопрос. Рыба засеклась в нижнюю губу, да, верхнюю конечно. Губу? Да, конечно. Ну, первая рыба засеклась в нижнюю губу, а вторая полностью заглотнула, поскольку, ну, оказывается, это уже было... Тычки это были тогда уже, когда рыба взяла уже. Насадку полностью? Да, полностью. То есть о чем это говорит? Рыба ведет себя активно или неактивно, или вообще она в таком каком-то... минимальном движении находится? Рыба ведет себя очень неактивно. Видимо, ей некомфортно немножко в таких условиях. И получается, что первая, что вторая рыба, они взяли и просто остались на своем месте. То есть, да, они взяли мотылька и дальше продолжали стоять на месте. Я понял. Интересно. Ну что ж, следующий перезаброс, и я надеюсь, что все повторится. Наша ставочка, на которую мы делали, то есть оставить нашу наживку на месте кормового пятна, сработало. Сейчас посмотрим, сделаем еще один перезаброс. Ну и теперь уже будем присматриваться к виверу для того, чтобы четко видеть поклевочку. И при минимальной какой-то поклевке уже сразу будем доставать, делать вываживание и проверять крючок каждый раз. Для того, чтобы рыба не уходила с точки. Самое главное, чтобы рыба не сходила на кормовом пятне и как можно меньше находилась именно на столе, где крутится рыба. Для того, чтобы ее собратья, скажем так, не занервничали и не ушли в стороны. Потому что если они уйдут в стороны, придется опять ждать полчаса или час до того момента, когда рыба подойдет обратно на кормовой стол и опять будет атаковать нашу наживку. Световой день подходит к концу, и наша передача тоже подходит к концу. Мы собираем снасти и будем уезжать в теплые офисы, потому что продрогли, и съемочная группа продрогла, и мы немножко замерзли. Вот, поэтому смотрите наши программы дальше, смотрите телеканал «Трофей», оставайтесь с нами. И спасибо нашему гостю за то, что выдержал такие терзания судьбы. А я думаю, следующая наша программа будет уже на твердой воде, посвящена зимней рыбалке. И встретимся с вами в следующих программах. С вами был Максим Сальник. Михаил Богданович, до новых встреч! До новых встреч!